здесь не сшибались в битве брони. Не погибал за взводом взвод, враг не дошел, но к обороне и здесь готовился народ. Здесь сделано все, что не сделали бы боги, руками невест, матерей и жен. От Пензы далекой до матушки Волги оборонительный рубеж сооружен. Враг не дошел, он западней разбит был, вдали от этих сурских рубежей. Враг не дошел, но все равно спасибо строителям безмолвных блиндажей. Музыка и слова Максима Попова. Сурский рубеж. Исполняет Максим Попов. Республика Чувашия. Девочка в ситцевом платьице, бывшая школьница, тропинкой знакомой до дома бежит. Девочку дрожь пробирает, и сердце колотится. И от неистовой мысли голос дрожит. В центре района, в здании школы бревенчатой, где только что аттестат получила она, друг репродуктор, словно кресту приколоченный, громко объявит страшное слово «война». Средь окопов меж рек замерзших окон укрепляли рубеж от проклятых врагов. Каждый ждал и молил, не теряя надежд, из последних и сил строя сурский рубеж. Дети вчерашние, женщины полуголодные, в лютую стужу руками стертыми в кровь, жизнь положив в войну за честь всенародную, были рубеж, но не пустили врагов. До конца и не вспомнится, сколько молилась, вверх поднимая глаза, сколько загубленных судеб в земле той покоится, подвиг свершивших вовек забыть нам нельзя. Средь окопов и мест
Максим Попов, Республика Чувашия.